Привет, меня зовут Федя, и сегодня я расскажу, как делать ноуслайд претцел. Для того, чтобы сделать этот трюк, ты должен подъехать к перили так, чтобы она была сзади тебя. Должен прыгнуть на ноуслайд, загрузив плечи в совершенно другую сторону от крутки. Таким образом, ты можешь сойти в претцел, то есть в обратную сторону. То есть, заходя на перилу, плечи ты оставляешь в противоположную сторону от скрутки для того, чтобы скрутить в обратку. Помните, что основная работа здесь идет плечами, соответственно, не забывайте про то, чтобы разворачивать их в нужную сторону. Основная ошибка заключается в том, что люди забывают развернуть плечи в противоположную сторону. Соответственно, при исходе они не доворачивают и ловят заднего конта. Не забывайте про защиту, потому что она вам пригодится. Для того, чтобы сделать этот трюк, для начала вы должны научиться ноуслайд. Ноуслайд вы можете посмотреть здесь. На сегодня это все. Всем пока.